Итак, всем привет. Проект Трактор Бег. Сегодня поговорим о тормозе, который я вот только сегодня сделал. Педальку делал вчера. Вот эту. Цилиндр прикрутил. Короче, все полностью сделал, покрасил. Вот. Так, ну, давайте вот отсюда начну. Значит, педаль. Деонексия была, это педаль, так, тормозная, да, там коробка автомат. Вот ее взял, хотел, то есть ее не переделывать, но получилось, что, короче, рычаг немножко не давал того направления на штоке. И пришлось сделать вот так, именно таким образом, подогнуть, выгнуть, надо было как можно дальше педаль отодвинуть от звездочки. Вот ее так вот всяко-разно выгнула, она прямо вот здесь вот у меня вставала, если родная, ну когда не переделанная, прямо вот сюда вот, вот в это место. Так, это ось вот тоже жигулевская какая-то, гайки тоже жигулевские, на 14, кстати, здесь вот, ну. И отсюда же ось подошла от этой педали вот сюда на шток, там тоже внутренний 14. От Nexia подошла, да, вот эта штучка. Так, дальше. Цилиндр сцепления волговский. Заказывал в Барнауле. Человек мне совершенно безвозмездно прислал. Говорит, не знаю, ну, я только за пересылку заплатил. Сказал, что не могу точно знать, рабочий он или нет, поэтому так тебе отошлю, говорит, только за пересылку отдашь и все. Ну, кстати, у этого же человека я мост заказывал с передаточным 1041. Вот, все четко. Вот. Есть хорошие люди, ладно. Так, дальше. Трубочка куплена сегодня. Была в магазине. Зашел в магазин ГАЗ УАЗ. Показал вот это вот, то, что здесь было на этом цилиндре. Девочка сказала, что это УАЗовская. Ну, я говорю, мне без разницы. Вот. Дала мне такую трубочку. Трубочка 0,8 длиной. Ну, я так взял на свой страх и риск. Подойдет? Нет. В принципе, надо, наверное, взять подлиннее и обвести, скажем так, вот в этом месте. Здесь где-нибудь сюда вот так вывести. Здесь получается, ну, немножко под ногой. Ну, посмотрим в процессе эксплуатации. Так, дальше идет переходник 12,125 на 10,125. Вот он, переходничок. Фоточку, конечно, я не вставлю, потому что я не дома. Вот. И видео, скорее всего, на второй канал. Ну ладно, я попробую дать ссылку на в описании к ролику. Ну, вот, короче, вот на такой же точно переходничок. Вот. Ну, он такой, как папа, мама, все. Дальше идет крепление шланга. Шланга, которая на мосту была, на заднем. Вот, она срезана, и сюда я приварил. Вот скобочка, вот она. Это задний, задний шланг тормозной. Дальше идет тройничок. Это вот часть заглушена, то есть просто сплющил трубочку. Вот так вот прикрутил. Трубка тоже с заднего моста. И сегодня же куплен шланг, вот он новый, этот, кстати, суппорт тоже заказывал того же человека, у которого мост заказывал в Барнауле. Вот, в общем, шланг вот купил сегодня передний, что-то рублей или 250 или 300 стоит. Вот так вот все сделано. Длинный шланга достаточно, чтобы вывернуть в обе стороны. Вот, то есть, когда поворачиваешь налево, он полностью выпрямляется, даже остается небольшая, ну, здесь слаба. Вот. И когда в эту сторону, он так сюда лягушечкой складывается. Вот, жидкость оттуда развоздушил. Вот, выгнал всю гадость оттуда, вот такая вот черная жижа. Пока не пошла светлая. Фу-фу-фу.
гадость какая. Вот. Конечно, можно было промыть цилиндр, разобрать, но так как у меня времени нету, я не стал. Просто я всю жидкость прогнал, вот эту всю гадость, и сюда, пока не пошла, с трубочки чистые. Вот. Заливал вот такую DOT 4 и вот такую DOT 4, которую сегодня купил. Вот это и вот это совершенно разные и по цвету, и по запаху. Ничего не понимаю. DOT 4, DOT 4. Брейк Флойд, да? Флойд. И тут, и тут. Это такая желтоватая, а это светлая прям жидкость. Больше на белую похоже. Ну, я имею в виду прозрачную. Вот. Ну все. В принципе, нигде ничего не течет. Ну, все нормально. Тормозит прям. Вот раз нажал, и все, и он уже все колом стоит. Вот, отлично. Я доволен. То есть тормоза уже у меня есть. Тормоз есть. Так, теперь сцепление. Так. Сцепление используется родное вот на этой вот коробке, которая внутри этой доп коробки. Вот. Что здесь? Педаль газа. От Nexi. Такая вот клюшка здесь сделана. Ну, короче, все под место, по месту подгонял. Тросик ижевский. Не знаю, сцепление там он, и чей он. Мне тесть отдал. Вот. Все. Педальку пришлось немножечко удлинить. Вот. В инстаграме я показывал, она не удлиненная. Вот выжим такой туговатый. Вот. Был. Сейчас все четко. Все хорошо. Педали на одном уровне стоят. То есть, ну, вообще удобно. Удобно нажимать. Ну, вообще прям изумительно. Ну и все. В общем, есть у меня вот сейчас вот сцепление. Есть тормоз. Жду, пока значит, выточат мне ведущую звезду на вал двигателя и шкив дополнительно вот, к ведомой звезде на вом вал отбора мощности будет вот в этом месте стоять. Ремень уже купил, профиль Б, что-то 900 с копейками длиной. А, ну здесь его нет, ладно, потом покажу. Опорный подшипник уже установлен, который я показывал. Ну и все. Может быть, на неделе, на этой, на следующей уже можно будет потарахтеть. А, еще обваривать надо. Ну, в общем, как-то так. Вот. Всем пока. Удачи.